Привет! Стоп, стоп, стоп. Всем привет! Вы на канале «Расти вместе с нами». И сегодня мы откроем коляски трансформера. Они для кукол. Лигурируются. Самые большие коляски. Крутятся колеса. Их можно менять в сидячую и в лежачую. Давайте посмотрим. Какая коляска. Мам, посмотри, какая коляска. Я тоже такой хочу. Сок, помоги мне открыть. Сейчас, мама, я посмотрю, посмотрю, а потом тебе помогу. Папа! Если малыш маленький или большой. В коляске есть такой багажник. Если вы идете из магазина, можно сюда положить фрукты или вещи для малыша. Здесь регулируется такая ручка красивенькая. Капюшон снимается и закрывается. Колеса крутятся, чтобы из-за них коляска легко поворачивается. Малыш, когда захочет спать, можно вот так сделать. А если солнце или дождь, можно вот так сделать. Вот. В коляске есть ремни, чтобы малыш не упал и не разбил себе голову. Есть, чтобы малыш держался. Если у малыша такой рост, он может так держаться. Если у малыша такой рост, он может так держаться. Если у малыша такой рост, он может так держаться. Ну, по-разному. Давайте теперь поиграем. Такой у меня красивый малыш. А у меня такой красивый малыш. Смотрите, как он сажается. Сначала ремни. О, смотрите, здесь, чтобы не упал, вот это тоже надо просовывать. Здорово, если бы мне растянулся. И вот здесь он можно сделать. Это сложно, чтобы не разбило голову. Ну что, будем играть? Да. Будем играть. Ой, мы будем спать. Мы тоже. Привет, подруга. Приветики. Может, проснулась. Мы хорошие. Пока, подруга. Пока-пока. Мы вам покажем, какие у нас люльки. Вот такие коляски у нас сегодня получились. Вот так она ездит. Так она ездит. Мой малыш уже спит. А я своего попробую малыша уложить.
Мой тоже спит. Вот такие коляски у нас сегодня получились. Если вам понравились, ставьте пальчики вверх.